майор, помнитках пекло от раскаленных крыш. Полдень и земляный ветер надувал парус, пахнущий морями простынник. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливой в эти дни. Там-там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь, Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял небо, губы чуть соленые от слез. И казалось, где-то выше нет, синие птицы написали мне ее имя, чтобы эту память о любви первой я с собой как ладанку пронес. Там-там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист осень, укрывая бережно земли, просит старые привычки бережешь, свято мелочи приковывая взгляд. Но когда тоскою защемит сердце, я иду навстречу со своим детством, поднимая в небо голуби белых, словно много лет тому назад. Там-там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. И рядом только небо синего. Просто неймовірно. Добрий вечір, дівчата. Це Анна і Дар'я Міхневич. Дуже раді вас бачити. А можна б ви просто будете грати? Мені здається, тут без зайвих слів, нічого більше не треба. Ні, трохи ще поговоримо. По-перше, чим себе займаєте на карантині? Наскільки я розумію, філармонійний центр закритий, палац культури художньої творчості дітей та юнацтва та молоді теж закритий, студія вокальна закрита. Що робить? Ну, мы на карантине продолжаем расширивать свой репертуар песен, например. Вот у нас будет после карантина, планируются очень интересные концерты в филармонии, новые проекты, поэтому мы стараемся расширять свой репертуар, новые песни, новые номера. И как, вы их только читаете, или поспевываете дома тоже? Поем, конечно. Как соседи до этого ставляться? Отлично, нормально. Они, наверное, рады, что карантин. Мабуть, можна послухати живу музику, да. Ви гроші за концерти не збираєте потім? Ну, я не знаю, там... Кстати, це хороша ідея. Да. Как-то до цього не додумались раніше. Дивіться, зараз велика кількість артистів по всьому світу в підтримку, в боротьбі для того, щоб там розважати інших людей, влаштовують в мережі онлайн-концерти і так далі. Ви ще до цього не дійшли? Немає таких ідей? Та як-то ні. Поки ні, нету. Ну... Кстати, нужно подумать над этим. Еще время впереди. Я очень много, не розумію механізму. І ви прийшли, щоб я вам ідей попідкидав, чи що, дівчата? Да. Советы некоторых людей очень важны. Кстати, мы пришли для этого. Можно что-то новое посоветовать. Тоді міняємося місцями. Слухайте, тут має бути навпаки в такій ситуації. Самі чим зараз займаєтесь, окрім того, що вивчаєте різні пісні? Для вас це стрес знаходитися в квартирі більшість часу? Ну да. Конечно. Так как мы привыкли, что у нас постоянно работа, то есть куда-то постоянно надо идти. Работы, давайте называть. Все время мы сидим дома, сходить некуда. Можно увидеться с родными и близкими, с которыми давно не виделся, из-за работ. Вот, поэтому, в принципе, но пока мы проводим время в кругу семьи, с друзьями, которыми давно не виделись. Те, которые
знакомые, друзья, которые были за границей очень долгое время, тоже как раз на время карантина решили перебывать пока дома, поэтому у нас пока есть возможность всех увидеть. Тут вы рискуете, я хочу вам сказать. Не, ничего страшного. Они здоровы. То вы так думаете, да? Мы проверяем. Воно потім покаже. До речі, добре, що я слышу, он більше, ніж на півтора метри. Насправді, я жартую. Ви говорили про філармонійного центру концерти. Чи можете ви про них вже говорити і нові проекти? Чи ще поки це велика інтрига? Ну, некоторые концерты интрига, вот будет после карантина Одесский дворик. Вот всем советую. Видозмененный, новый. Да, новый Одесский дворик. Да. Поэтому ну, он планировался на 1 апреля, а так как карантин, то есть еще пока будет точного числа, да. Очень интересно будет переноситься. Дима Обедников рассказывал про то, что там есть певні такі видозміни. Яких персонажів обрали собі ви, чи які персонажі вас точніше обрали? Ага, ми не скажемо. Ну давайте поінтригуйте. Придете, вот посмотрите. Ну пока там определенных у нас персонажей нет. Вот пока мы там песни еще у нас программы некоторые там песни выбираются еще ставить не ставить стоит ли не стоит ли поэтому мы пока еще себе именно персонажей конкретных не придумали будем еще думать у нас пока время есть. Тобто у вас так ліберально, вам навіть самим дозволяє, да, подумати, що ж ви хочете зіграти. Да, Дима Обедников прислушивается к мнению каждого. Це ми виріжемо і ми відправимо. Да. Якраз майже так і було. Вони не так давно були з Максом. Тут да? У нас трохи про інакше вони говорили, але тим не менше так. Ну, ви молодці, все добре, все чудово. Давайте якісь певні поради. Тобто, якщо без друзів, без знайомих і так далі, чим ще можна себе зайняти? Ой, как книги, що порадили да. Вам? Почитати, подивитися серіал, можливо, якийсь переглянути. Фільм, який давно хотіли посмотреть, ну никак, никак не було времени. Ну, конкретніше. Очень много. Ой, я даже, если честно, даже не знаю, какие фильмы посоветовать, потому что уже, в принципе, все пересмотрела, которые можно было пересмотреть. А вот книги, конечно, наконец-то есть время для читания книг очень интересных, очень много интересных книг. Ты так дуже абстрактно говоришь. Давай вот я, например, увлекаюсь психологией. Вот мне нравятся книги психологии. Вот у меня, наконец-то, есть к ним время на эти книги, поэтому, ну, например, я не знаю, какие... «Магия утра» «Психология очень... женщин», вот, ну, читала это. Да. «Магия утра», «Игры, в которые играют люди». Очень много книг по психологии, которые стоит прочесть. Рекомендать. Теперь фильмы, сериалы. Шо, давайте тоді інакше. Що останнє подивилися, що рекомендуєте мені, наприклад, глянути ось цими вихідними? Що ми останнє посмотрели? Сериал. Нет, ну я последний смотрела фильм, который, он, наверное, уже старый, я даже не помню, какого он года. «Остров проклятых». Да, кстати, очень интересный фильм. С любимым актером каждой женщины. Леонардо Ди Каприо. Да. Очень интересный фильм. Вот, очень интересный. Да, найцікавіше, що наш оператор Ярослав теж кивав головою. Так, что, мабуть, вот, це значит, улюблений это актор не тільки жінок. Да. Обратите внимание, да. Ярослав, ми тебе спалили, да. Що ж, дівчата, я хочу, щоб ви ще виконали якусь композицію для наших телеглядачів. Що ще підготували? Ой, у нас есть любимая наша песня, песня любимая нашего режиссера из филармонийного центра, вот, Сергея Бабкина, «Забери меня», называется песня, очень душевная и романтичная. Зараз мы, как констатуємо факт, что это не заклик, або если вы хотите девчат забрать, то краще не вывозить за территорию нашего города. Да. И бажано, чтобы 14 дней были здесь в изоляции. Да. Поки ви готуєтеся, я буду говорити нашим телеглядачам. Спасибі, що цей вечір і цей тиждень ви провели разом з телеканалом «Новий Чернігів» і з вечірнім Черніговом. Залишайтеся здорові, будьте на позитиві. Використайте наш карантин як перезавантаження для саморозвитку. А зараз насолоджуємося чудовим вокалом і чудовою грою цих неймовірних дівчат Ані та Даші Міхневич. Забери меня к себе, я так устал бежать за тобою вслед. Открой глаза, закрой лицо руками. Свет, я хочу увидеть свет между нами.
чистого во мне, понять меня не переубедить. Прыжок мангуста пуста, пуста. Жить я боюсь так дальше жить в ультралюстра. Невыносимою утратой. Утро пойдем домой. Запусти себя в кратеры моей души. Дыши, 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 я сам зажму все клапаны. Забери меня к себе. Спасибо.